Саженцы розы Флорибунда Imagine, Rose Floribunda New Imagine, используются в групповых посадках на фоне газона и в различных уголках садового участка при оформлении рабаток. Кустарники компактные, высотой 70-90 см и диаметром до 80 см. Сорт обильный, повторно цветущий. Цветочки кремово-сиреневые, украшены фиолетово-малиновыми мазками. Бутоны среднемахровые, состоят из 17-25 лепестков. Помимо эффектного внешнего вида, роза Флорибунда Imagine отличается насыщенным ароматом. Лучше всего культура растет на питательной, дренированной, слабокислой почве. Роза Флорибунда Imagine, New Imagine, это многолетнее растение высотой 70-90 см. Кустарник лучше всего подходит для групповых посадок и может достигать до 60 см в диаметре. Роза прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола розы Флорибунда Imagine, New Imagine, можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения, низкорослый. В качестве места выращивания розы прекрасно устроит открытый грунт. Расцветает роза Флорибунда Imagine, New Imagine, в месяц сентябрь, июль, август. Цветы имеют сильный аромат. Цветок окрашен в полосатый, кремовый с фиолетово-красным цвет. Интересные цветы розы могут быть до 7-8 см. Как правило, на одном цветоносе размещается 3-5 цветков. Роза Флорибунда Imagine, New Imagine, создал Франсуа Дарию Ксаяй, Франция. Создан сорт был год 2004. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.